13 медалей привезла сборная Тюменской области под тхэквондо ИТФ из Екатеринбурга, где состоялось сразу два турнира – Кубок России и Кубок Урала. Все же 13 медалей есть, вот, из 18 спортсменов. Я думаю, что это хороший показатель, но можно лучше. В межрегиональных соревнованиях тюменские девушки стали победительницами в командном зачете среди юниорок 16-17 лет. Готовились к соревнованиям долго, нарабатывая и домашние заготовки, и коронные приемы. Самый мой любимый – это тору-юб, прямой парикающий. Вот. Особенно мне нравится после него продолжать двоечку руками бить. Старт следующий у нас – это февраль месяц, 3-6 февраля – это город Сочи, первенство России и чемпионат России.